Ну что, братва, всем привет, всем добрый вечер, всем хорошего воскресенья. Вы на канале Джаниши Девилоши, того самого топового стримера Arizona RP Holiday. Илюха уже в чате. Илюха, привет. Поддерживаю то, что ты написал. Желаем провести хороший стрим. Это точно. Сегодня будет интересный стрим. Сегодня разыграем денег. Я так подумал, будем проводить побольше розыгрышей, потому что, ну, а чё смысл эти верты держать у себя? Будем их дарить, короче, братве. Ладно, давайте прочекаем обстановочку вообще, что тут в казике. Есть ли тут вообще игроки? Ну, вроде игроки есть, да? Вроде, о, вон как раз пацанчик играет на 200к, а ну, просто сходу. 200к это сколько, пацаны? 200 лямов, ой, 20 лямов, да? Давайте, ладно, сходу 200, раз, два, три. Да-да, нет-нет. Просто да-да, нет-нет. Я не люблю там, знаете, думать, что-то решать. Суетиться как-то. Просто да-да, нет-нет. Давайте вот так, S. 200к. Погнали. Ну давай, болею за тебя. Да, ну блин, 200к это небольшая такая сумма. Были времена, когда Джаниша реально по 800 долгу здесь рубил. Вот это было, да. Вот это была тема. Он 400 кидает. У меня нету 400, бро. Гоблин, у меня нету 400. Да, у меня нету 400, брателла, 200. 400 мне входит, 200, пинг, погнали, готовы, пацики? Хорош, просто на изи. Просто на изи, вот и все. Теперь давайте считать. Прикольно. Так, брателла, давай. Вчера, кстати, там админ за нами следил, админ был на стриме, типа, передавал привет, было круто. Персиваль, я тебе реально отдаю за него 32 500, их особо продает по 30, но из-за того, что ты его взял и долгое время держал, брателла, 2,5 ляма, тебе чисто бонус от Джаниши, спасибо. Спасибо, забираем скин, подтверждаем, подтверждаем, да что такое? Подтверждаю, все, сделка прошла успешно, а ну-ка, давайте-ка примерим этого. О, да ты шо, слышишь, шапка вообще. 4, 5, 6, 7, 8, 9 человек. Короче, начинаем с 2,5 лямов, и потом будем каждые полчасика добавлять, пока не дойдем, я не знаю, до 100 миллиардов. Ну все, полетели, готовы? 3, 2, 1, погнали, спин. Рулетка крутится, лавешка мутится, кому же достанется 2,5 ляма? Просто на изи, на ровном месте, и они доставят... Ван Халену, поздравляю Ван Халена, забирает 2,5 ляма. Как-то так, вы все видели. Смотрите, сами, давай, перевести деньги, 498, 2 500, 1, 2, 3, отправил вам деньги, там 2 470 пришло, ничего страшного, 40 полетели, ну часа 2 назад, блин, у меня всего лишь на 25 хватит, all in типа, или подешевле найти, хай, Влад Гришин, привет, бро, рассказывай, как нашел мой стрим, а, полковник пишет, давай, 25? Ну давай 25, ладно, что-то же выпадет. Яхту выбьешь, за 250к он пишет, куплю. А если там бот выпадет? А если вообще ничего не выпадет, скорее всего? Ну давайте, пробуем. Давай. Зловещая монета, аптечки, материалы. Фигня, братва. 25 мало, надо еще 200 покупать. Ничего не выпало, один бред. Кто первый напишет в чат... какая была настоящая фамилия у Сталина, получит 500 тысяч на сервере Holiday. Максим Роберто Дизроу не участвует. Быстро, братва, кто первый напишет в чат настоящую фамилию Сталина, получит 500 тысяч на сервере Holiday. Жду 3 секунды, 1, 2, 3, не гуглить, только не гуглить. Если я зайду на сервер, ты отдашь мне скин свата? Ван Хален выиграл, молодец. Если я... Следующий вопрос на полмиллиона долларов на сервере Holiday. Самый большой океан на планете. Быстро, 3 секунды на ответ. Считаю, 1, 2. Ты не участвуешь. Самый большой океан на планете. Быстро, в чат ответ. Полмиллиона залутать на сервере Holiday. Тихий, все, Антон выиграл. Хорош, поздравляю. Ван Хален не успел. Не успел, все, Антон. Антон, ты забираешь полмиллиона долларов. 323 доллара и расход, спасибо. Спасибо. А зачем подарки вообще нужны? Типа менять их у Эдварда или как? Это наш Мерин. Загружаемся, братва. Полетели на Вайсити. Собрались. Как расшифровывается СССР? Быстро. Кто первый пишет в чат, получает полмиллиона долларов. Я жду. У вас 3 секунды. 1,
два, три. Как расшифровывается аббревиатура СССР? Так, я пока перевожу. А я не могу пополнить. Я не могу пополнить счет с телефона. Кто мне писал, что я могу пополнить счет с телефона? Я не могу. Не, ну это сложно. Нет, это школьная программа. Сейчас уже кто-то просто пишет. Братва, ну Персиваль выиграл. Союз Советских Социалистических Республик. Персиваль выиграл. Союз 500 Совет... тысяч улетают знатоку полковнику Халыну за вопрос про фамилию Сталина. Жаниша Девилоша, ты мне торчишь 10 рублей, счетчик капает. К 23 числа с тебя будет 3 бутылочки козлика. Да лучше 3 бутылочки козлика, реально. Какие счетчик, с какого основания реально Джаниша ставят на счетчик? Кто это? Вадим. У меня и на тебя больше подпишется людей. Ребята, у нас на карте 955 тысяч. Сейчас мы раздадим их на благотворительность. Илюха пишет, кто это. Артем пришел, поздоровайся с Артемом. Это мои модры, поздоровайся. Брателла, здорово. Представься, Илюха. Я модер Джаниша, самый главный. На здрай, коллаборация. Давай, пацанами разговаривай, чат читай. А у тебя здесь нет денег? Что? У тебя здесь нет денег? Нет, мой пока. Ну ты лошара. Ой-ой-ой. Не-не, смотри, теперь мы грабим типа, который и что, везет. Он такой? Да, он остановится, да. Если не остановится, мы будем стрелять вообще-то. Вообще-то да, оно так и работает, смотри. Все, он не остановился, видишь, мы начинаем стрелять. Еще раз кричим. Он останавливается. Мы вчера так полную яхту бочек остановили. Все, видишь, он остановился, боится. Давайте подплываем. Ну, мы догоним его, ничего страшного. 10 секунд на ответ. Быстрее, быстрее. Вопрос. Самая большая планета Солнечной системы. Кто первый пишет в чат, получает $500,000 долларов Сан-Андрес или 5000 Вай-Сити? Раз, два, три. Земля неправильно, нет. Сатурн неправильно, нет, Сатурн нет, неправильно. Нет, 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 никто нет. Еще не ответил. Юпитер и есть. Максим Ващенко становится победителем этой игры. Он получает виртуальные $500,000. Микрофон только не кричи. Почему лодка стоит? Давайте куда-нибудь поедем, ребята. Кому-нибудь, так сказать, трусы натянем. А как раньше назывался этот город до 1923 года? Как раньше назывался город Стамбул? На кону 1 миллион Сан-Андрес баксов. Быстро, кто первый в чат отвечает, тот получает миллион. Вопросик такой. Максим выиграл. Хорош. Максим выиграл. Ван Халан не успел. Максим, я предлагаю исключить Максима из викторины. Кто поддерживает, плюс чат, и мы переигрываем этот вопрос опять на миллион. Внимание, вопрос. Первый император России. Быстро, 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 в чат. 3 секунды. Раз, два, три. Кто отвечает, тот получает миллион. Так, я возвращаюсь. Есть. Есть, Иван, у нас есть победитель, Иван Земсков получает миллион. Теперь Анастасия Иван... пишет, ёпта, его там убили, а не в Косово. Что за вопрос был? Вопрос был дата... Вторая мировая война, дата месяц. Вторая мировая война, число, месяц, год, опа, посмотри, что происходит. А чё, всё, стреляем, братва? Обуваем Хагрида? Посмотри, что с бедным Хагридом происходит. Хагрид, блядь, придётся обойти Хагрид, смотри, он бедный, не может толстяк сбежать со своей яхты. Смотри, смотри, что толстый он делает. Он хочет умирать. Так а кто хочет умирать? Давайте 6 бочек заберем и все. Бедный Хагрид, его смотри, сожрал. Вопрос. В чем измеряется сила тока? 3 секунды на ответ в чат. Быстро. Раз, два, три. Ждем, 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 ждем. Ампер, все, у нас есть победитель. Все, все, долго. У нас есть победитель. Сколько существует часовых поясов на планете? Вот вообще, на планете сколько существует часовых поясов? 3 секунды на ответ, принимаем Антон, только чат. Ответ неверный, Антон, говорит, Антон неверный. Почему Антон нет, ответ неверный? Нет, нет. Да, ой, Антон выиграл, все. Антон выиграл. Ой, пай 355 7500. Подойди сюда. Это, брат, твоя доля за выигрыш. Один какая-то... Подожди, не выключай. На 5 лямов крутанем колесо? А, подождите, на лям, на лям. Крутим. Погнали. Пошла, рулеточка пошла. 1 миллион у нас достается. Парарарарарам, пам-пам. Ван Халену сегодня везет. Второй раз за день он забирает. Второй раз за день он забирает лям. Все, братва, на этом будем заканчивать. Еще раз всем спасибо, кто был на стриме. Нормально сегодня постримили. Много раздали денег.
Завтра вечером жду всех. Сделаю анонс. Заходите в сообщество на Ютубе. Я напишу, во сколько примерно будет стрим. Завтра всем желаю удачного дня, чтобы вы вечером залетели. Сказали Джаниши. День прошел просто супер. Теперь к тебе на стрим. Короче, всего... А, ты на Вайсити покупал. Понял, бро. Короче, всего хорошего. Всем спасибо. Всем до завтра. Пока.